Всем тропический привет, народ, с вами снова канал Tropical. И сегодня в этом видеоролике я бы хотел вас познакомить с новым питомцем нашего канала. Это самка волнистого попугая по имени Луша. Вот такой вот прикольный попугайчик. Купил я ее совсем недавно. И, в общем-то, в этом видеоролике я вам немножко про нее расскажу. Сколько она у меня уже живет, как я ее кормлю, в общем-то, ну и прочее. В общем, сегодняшний видеоролик просто о вот таком вот попугае. Ну что ж, давайте же, я думаю, мы не будем с вами медлить и начнем приступать к ролику. Погнали! Итак, для начала я думаю вам рассказать, как она у меня появилась. В общем-то, я ее не покупал, а мне ее просто-напросто подарили или же отдали. Вот так вот, так как прежнему хозяину она надоела, отдали ее мне. И поэтому вот такой вот видеоролик сегодня про попугая. Дальше я бы хотел рассказать про ее немножко характер. Характер у нее немножко агрессивный, но вообще она как бы не очень любит руки, очень сильно кусается. Ну и в принципе я ее немножко уже начал приручать, и она немножечко так перестала уже бояться. Но в общем-то это не суть, все равно она довольно-таки злая и кусючая. Итак, ребята, как вы видите, живет она у меня вот в такой вот клетке, вот такой вот довольно-таки... Ну, приличных размеров клетка. Вот такие вот у нее всякие колокольчики, кольца, игрушки висят. Но она в них не играет. Но, в принципе, ее они даже немножко подбешивают, и она их просто берет и сбрасывает. А если она не может сбросить, она бесится и начинает кричать, издавать всякие звуки и, в общем, пытаться всячески скинуть это кольцо. Если кто-то разбирается, то можете написать, почему это. Итак, ребят, я бы хотел сейчас еще рассказать довольно интересный случай, который произошел у меня с попугайчиком. У меня, в общем, в доме живут две кошки, помимо всех остальных животных. И, в общем-то, когда я только принес попугая, эти кошки не особо-то обрадовались их появлению. И они ночью решили сделать покушение на птицу. И, в общем-то, окружили ее и начали подходить. Одна начала подходить, попугай проснулся и очень сильно начал кричать, чирикать, кричать, так аж что кошки напугались и попытались убежать. Но тут, разумеется, проснулся я, хотя это было ночью, и я проснулся, встал и посмотрел, что происходит. И вот и увидел это. С тех пор мы начали Лушу накрывать тканью, но потом кошки привыкли к ней и перестали на нее охотиться. Вот так вот. Итак, как вы сейчас видите, наш попугайчик кушает. Да, ест он вот такой вот специальный корм. И, кстати, я хочу сказать, что содержание попугая гораздо дешевле, чем содержание, опять же, той же кошки. Она, в общем, корм у нее стоит вообще копейки, хватает его довольно надолго. Ну, в общем, не суть. Вот так вот прикольно кушала наша Лушка сегодня. Пьет водичку. Нет, не пьет. В общем, вот здесь вот у нее в мисочке есть специальные камушки, чтобы там пищеварение было лучше, но это не суть. Итак, ребята, ну что ж, я думаю, вам понравился сегодняшний видеоролик, хотя он получился довольно-таки коротким. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был канал Tropical, всем пока-пока!